Привитание. Мессерструктура в Беларуси продолжает развиваться, чувствует себя в целом прекрасно. Единственное, что развивается не так быстро, как мне хотелось бы, но потихоньку, полегоньку, вот эта красивая мамашка, вон у нее солдат носит ее свеженькую кучку расплода. Может и разовьется у нас красотища эта. Тоже бросал им куриное мясо. Все благополучно с арены убралось. Бросал арбуз, они тоже там пили сладкий сок. Почему-то мака не кушают, а проса несут на мусорку. То есть им что-то здесь не совсем нравится. Те самые дынные семечки, которые так рекомендовали некоторые товарищи, они уносят на мусорку. Сухую муху тоже есть не захотели, вынесли. То есть ничего им не нравится. Пока маленькая колония, то они, у них довольно-таки специфические предпочтения. Мак, кусочек мяска, кусочек таракашки. Вот там кусочек мяска лежит. Затянули. Потихоньку дюбают его, разгрызают. Так что потихонечку, полигонечку колония развивается. В связи с огромным, с большим переселением народов, которое у меня произошло в варварских колониях, освободилась вот эта вот плита гипсовая. Из нее я сделаю формик для мессеров. Мне кажется, здесь вполне себе для них очень удобно горизонтальный формик будет. Камера для хранения зерна. Выходы и вот эта вот камера увлажнения, куда можно залить водичку. Так что у них будет очень красивый формикарий. Фловысяткам он не очень был хорош. Спасибо за просмотр. До побачения.